Всем привет, вы слышите Лёшу Халецкого, и я спешу с вами поделиться обзором на дополнение к одной из наших любимых стратегий Endless Legend. Впервые на моем канале обзор выходит одновременно с самим дополнением, да-да, именно сегодня Endless Legend Shifters будет доступна всем игрокам. В Amplitude Studios заметили мои видео и прислали мне доступ к дополнению на несколько недель раньше релиза. У слова shift много значений в английском языке, но в данном случае shifters я бы перевел как оборотни, потому что это одна из особенностей новой фракции, которая называется Алайи. Вообще весь аддон я бы назвал посвященным зиме, потому что именно в зимнее время решили разработчики, игрокам становится скучно, вот давайте их развлечем. И новая фракция тоже заточена на игру именно зимой, потому что у них в зимнее время появляются интересные способности. Оборотнями они называются, потому что могут менять их юниты, могут менять форму, и в иной форме у них появляются некоторые бонусы. Автоматически они меняют форму, когда наступает зима. Самое интересное, что зимой они начинают даже двигаться на большее расстояние, чем летом. Напомню, у остальных фракций все наоборот. Зимой все двигаются в два раза медленнее. Ну и при открытии определенных возможностей, о чем дальше, они могут менять форму и летом тоже. Ну и вообще у них несколько бонусов еще есть зимой. Точный прогноз смены времен года. У всех остальных фракций, знаете, так все приблизительно написано. Типа, зима наступит через 5-12 ходов. У Алайи все конкретно. Зимой снижена стоимость мира, перемирия, войны, а летом снижена стоимость соглашений на торговлю и обмен. Но при этом есть и минусы, конечно. Например, увеличение недовольства экспансии на 200%. И я вот для этого видео как раз играл за Алайи, и очень, знаете, серьезный штраф, потому что очень тяжело становится новые города ставить. У них сразу горе, несмотря на большое количество ресурсов роскоши, которые я запускал. И более того, каждый новый житель требует в два раза больше пищи, чем у других фракций. Но тут на помощь приходит жемчуг. Это новый ресурс в этом аддоне. Причем он интересно собирается. Это не какой-то вот ресурс, для которого требуется экстрактор, то есть шахта, как для других ресурсов, которые строятся в городе. А он появляется на первый ход зимы на карте, и вам надо ходить юнитами и эти жемчужины собирать. Они, кстати, останутся и после окончания зимы, но с наступлением новой зимы появятся новые жемчужины. Вообще, кстати, интересная идея, потому что обычно, вот знаете, во многих стратегических играх пошаговых, в начале юниты так резво бегают по карте, чтобы найти всякие руины там, знаете, города-государства, вот в случае Endless Legend по руинам пошляться и все, а потом только ходят для того, чтобы напасть на кого-нибудь. И вот таким образом разработчики просто выманивают нас из городов, потому что жемчужины действительно очень важный ресурс. Это не только для Алайи, а для всех вообще фракций он важен. Почему, я объясню дальше. Но вот теперь мы просто не можем юнитами отсидеться в городах, что, по-моему, очень интересная идея. На что тратить жемчуг? А вот появляется, ну, там несколько возможностей. Самое важное, это одно из нововведений, это алтарь Ауриги. Во-первых, сначала вы этот алтарь Ауриги должны построить. Он строится как один из районов города. Он нужен только в одном городе, то есть, построив алтарь Ауриги, в принципе, вам не обязательно его в других городах строить, по-моему, даже он недоступен будет. Но после того, как вы построили, у вас будет доступ к специальному меню, где вы можете открывать специальные районы, еще одни. А чтобы их открыть или проапгрейдить, как раз нужны вот эти самые жемчужины. Например, часовня Ауриги, очень классное здание, это не район, это здание, которое дает плюс один к населению за каждую усмиренную и восстановленную деревню в регионе. То бишь, просто обязательная постройка в районе, где у вас три усмиренных деревни. Три усмиренных деревни дают вам три населения, строите часовню Ауригу, еще +3. При этом у вас в самом городе может быть один житель. Один житель и
Плюс 6 просто от усмиренных деревень. По-моему, офигенно. Усилитель роскоши — это уже район. Он позволяет увеличить выработку ресурса роскоши в 2 раза. А также дает там сколько-то праха дополнительно за каждый уровень района. То есть теперь вы уже должны планировать постройку города, исходя вот из этих новых районов. Потому что усилитель роскоши, естественно, надо строить именно на районе с роскошью. Точнее, не на районе, а на месте с роскошью. А прежде чем открыть этот район усилителя роскоши, вам надо собрать жемчужины, за которые вы этот усилитель откроете. Монастырь аномалий тоже район, который увеличивает выработку на клетке с аномалией. Там очень много дополнительных бонусов дается. Опять же, практически все ставят города рядом или на аномалиях. И прежде чем занимать место с аномалией районом, лучше открыть монастырь и уже построить на этом месте. Или зимний район, который можно построить только зимой, но при этом он дает большой бонус на этих ячейках во время зимы. В общем, стратегий в плане развития города появилось очень много. Но жемчуг тратится не только на вот открытие каких-то районов. Там я вам не все перечислил, я не хочу сейчас гайд делать по тому, как куда тратить жемчуг. Там еще можно башню новую открыть, которая урон противникам наносит. Можно открыть возможность создания брони и оружия из жемчуга. Правда, мне кажется, ну, я, конечно, немного поиграл, но это не самая лучшая трата жемчуга, по-моему. Девочки и мальчики, стратегии стратегиями, а пользоваться подробными картами городов России и многих других стран в офлайне и абсолютно бесплатно всегда замечательно. Да, я снова перешел к рекламе 2GIS. Мой любимый спонсор недавно выпустил свежую версию своего продукта для всех платформ с большим количеством новых удобных функций. Так что заходите на сайт 2GIS.ru и скачивайте интересующий вас город. Так вот, еще интересная механика. Вы теперь можете голосовать за бонусы или штрафы от следующей зимы. Причем, как я понял, ну, я играл в английскую версию, это называется молитвами. То есть вы молитесь как бы богам, чтобы появились определенные штрафы. Причем два вида штрафа есть, который накладывается на всех и который накладывается на всех, кроме вас. Например, я тут как-то вымолил минус 25% к производству ко всем, кроме меня, во время зимы. Офигенный, по-моему, бонус для всех остальных. Тут я не очень понял, как эта механика работает, каким образом происходит это голосование. То есть, похоже, просто кто больше внесет жемчуга, тот и выбирает этот штраф. Но в сетевых играх, я думаю, это будет очень весело. Теперь во время зимы замерзают водные преграды. И вы реально можете теперь по воде, просто по замерзшей воде просто ходить, переходить океаны во время зимы. И я смотрел стрим разработчиков, где их спросили, а что будет, если моя армия идет по воде, тут началось лето и лед растаял. И разработчики так посмеялись и сказали, что а мы вот вам рекомендуем полностью проапгрейдить свою армию, надеть на нее самое лучшее обмундирование и оставить зимой на льду, дождавшись лета. Так сказать, проверьте на собственной шкуре. При этом, наконец-то, можно спокойно переплывать моря. Ну, тут механика такая же, как в Циви. То есть вы, спустившись на воду, теряете ход, высадившись на берег, опять теряете ход. Но зато не надо обходить это все, и теперь моря, океаны и какие-нибудь озера не выглядят непреодолимыми преградами. Вернусь еще к новой нации, к Алаям. Ну, естественно, у них 3 новых юнита, но особо хочу отметить ската. Это он такой огромный скат, который летает по карте на 8 ходов, на 8 клеток ходит, зимой вообще на 9. Но у него несколько необычных способностей. Во-первых, его нельзя добавить в армию, то есть он как эдакий страж из предыдущих дополнений. Ну, там в бою несколько у него особенностей, там повышает мораль, снижает, по-моему, защиту соперника, повышает атаку дружественных армий. Но не это мне понравилось. Мне понравилось то, что он может мобильным экстрактором работать. То есть, если вам срочно нужен какой-то ресурс, а у вас там нету города или, ну, сложно до него добраться, скат туда отправляется, и если он на этой клетке стоит ход, то он вам, собственно, один ресурс добывает. Заканчивая ход на клетке с неулучшенным редким или стратегическим ресурсом в любом регионе, в любом, он собирает его, при этом дает свою видимость и плюс 10 к довольству хозяина региона. Это я к тому, что, например, в сетевой игре, если к вам приплывет скат, а вы экстрактор еще не обработали, и он начинает его добывать, то, по-моему, не имеет смысла на него нападать. Он дает вам 10 к довольству. А в начале игры
пока вы еще там экстракторы не обработали, это неплохая прибавка. То есть разработчики как бы понимают баланс, а потом, когда вы экстрактором уже обработаете ресурс, на него скат просто не может встать. Ну и плюс к этому они еще сборщики жемчуга очень неплохие. Им, в общем, больше жемчуга дается. Кстати, жемчуг вы можете найти не только после зимы на карте, а он и в руинах тоже появляется теперь вместе с золотом, с прахом. В общем, подведу итог. Amplitude Studios опять нас не подводит, выпуская замечательное дополнение, которое действительно расширяет и углубляет игру, добавляя новых стратегий. К сожалению, я не смог опробовать Shifters в сетевой игре, просто потому что не у всех она еще есть. Кстати, опять же, если вы не знаете, стоит ли вам покупать дополнение и хотите сначала опробовать его в деле, я напомню, что разработчики, люди не жадные, сделали так. Если игрок создает игру и у него есть это дополнение, то, соответственно, оно как бы будет и у всех остальных игроков, присоединившихся к игре. То есть вы просто найдите среди друзей человека, который Shifters купит, и сыграйте с ним сетевую игру. И поймете, интересно вам или нет. В этом плане Amplitude Studios, конечно, молодцы. Мне очень нравится, как они развивают свою игру и как они ее продвигают. Поэтому я тоже с большой надеждой еще и Endless Space 2 жду. Думаю, продаваться Shifters рублей за 250 будет, и оно того стоит. Во всяком случае, по сравнению, например, с аддоном к City Skylines, тут изменений вагон и маленькая тележка. Ну, на этом все. Вы слышали Лешу Халецкого. Пользуйтесь 2GIS и играйте в умные игры. Я Леша Халецкий, тот, кто сделал это видео. И раз вы досмотрели до конца, то у меня к вам просьба. Поставьте лайк. Вам это ничего не стоит, а мне будет приятно и поможет распространиться моему видео. Ну и если вы хотите поделиться этим видео, то я совершенно не против, а только рад. Разместить его у себя где-нибудь в социальных сетях или просто сообщите вашим друзьям. Спасибо, что досмотрели до конца. Удачи и играйте в умные игры.